Наряды патрульной полиции, скорая помощь, полиция диалога и даже спецназ. Десятки силовиков были задействованы 12 мая в противостоянии между чиновниками Киевского районного суда и жителями окрестных домов. Большая часть из них – женщины и дети. Чтобы остановить установку бетонного забора, который перекроет жителям доступ к месту отдыха, женщины залазили на машины, перекрывали дорогу строительной техники. Попытки договориться с жителями делали представители полиции диалога, но им это не удалось. В результате начались столкновения правоохранителей с жителями. Одного из протестующих задержали и увезли в райотдел. И что это? Полиция наглым образом надо мной надругались. Они, я повторюсь, хватали меня за руки, тянули, уронили и, в общем, нанесли мне увечья. По итогам инцидента женщина написала в полицию заявление о применении силы, а также нарушении техники безопасности при проведении строительных работ, поскольку при разгрузке кран едва не уронил одну из плит на ребенка, находящегося в этот момент на качелях.